Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами в Satisfactory на нашей грибной базе по производству электроэнергии и пластика с резиной. И у нас дальше продолжается эпопея с алхимическими изысканиями по поводу превращения пластика в резину, резины в пластик с увеличением количества данных предметов. Ну что ж, погнали! Программа минимум у нас сегодня построить тут производство топлива. И если повезет, достроить производство нашего пластика и резины. И это все дело отправить на базу. Ну что ж, давайте строить тут. Наше производство топлива. Единственный момент, я тут прикинул размеры, а оно не помещается. Но я думаю, мы справимся при помощи наших энергомодулей. Ну, как бы не очень изящное решение, но тем не менее, просто суть в чем. Сюда помещается их 6, а 8 не влазит, а нам их нужно 8. Строить их, к примеру, в ту сторону, но не очень, потому что эти могут упереться в них, да и в целом, как бы, тут у нас будет пустое место. Которые, как бы, ну, не очень круто. Когда просто пустое место, ничем не занято. Так. Что нам нужно? Нам тут нужно будет, собственно, 6 этих заводов приделать где-то тут. Ну-ка. Тут у нас будет выходная труба. Тут у нас будет 2 входных трубы. Ну, я думаю, нужно, наверное, сделать следующим образом. Чтобы плюс-минус было адекватно, мы сейчас поставим тут один смеситель. К нему приделаем крестовину напротив нашего мазута. Вот. И теперь наш смеситель поставим как раз вот напротив этого нашей крестовины. Ну, вот так вот, типа, впритык. И 6 штук в эту сторону приделаем. Ну-ка, у нас тут место останется для чего-нибудь? Или у нас тут прям тирочка в притирочку? Но по большому счету у нас же топливо будет выходить с той стороны, и нам, по сути, пофиг. По сути. Можно, конечно, тут его прижать, но не знаю, насколько это надо. Ну, мне кажется, так пойдет. Ну-ка, давайте посмотрим, как это будет выглядеть в масштабе, так сказать, готового и продукции. Ну, прям как раз. Нормально. Мне кажется, пойдет. Так, что мы тут хотели? Топливо мы тут хотели. Ctrl-C. Ctrl-V. 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 Я Ctrl-V, я сказал. Ну, блин, и еще раз Ctrl-V. Так. Учитывая, что заводов у нас 6, а кубов нам нужно будет 400-800 в совокупе, нужно будет в каждый крайний завод по 2 таких хрени засунуть. И у нас он превратится в 2 завода. А 2 плюс 2 равно 4. Правильно, правильно. Мне кажется, план капкан идеальный. Так. Разогнанные сделаем вот этот. Так, 2 штучки. Надо будет потом еще поохотиться на слизняков. Но это потом. Так, стоп. Неправильная панелька. Панелька вот эта. Правильная. А по-моему, я где-то допустил оплошность.
А как так вышло? Как так получилось? Я не знаю. Так, стоп. А я туда... А, то есть я туда трубу упакую, получается? Ну-ка. Может быть, это не оплошность? Может быть, это, ну... нормальность? Так, почему он не симметрирует? А тут типа не получится, да? Не, получилось. Ну-ка. Да блин. Эй. Ну и как тебя? Да чтоб тебя нафиг. Как тебя то приделать? Геморрой. Топку. Рысь нахрен. Рысь. Так, где мой меч? Смесь. Автосейв хорош. Типа, стоп. Вот так, типа, да, вот так. Так, ну-ка. Логистика. Теперь сюда не прилипает. Да почему? Ладно, пофиг. Ладно, благо немного переделывать. Ctrl-V. Две штуки вставить, разогнать. Шесть штук. В смысле, шесть. Пять. Пристроить. Отлично. Ctrl-V. Ctrl-V. Раз, два, три. Так, отбой. Тревоги. Раз, два. Разогнать. Раз, два, поставить. Раз, два, поставить. Все, теперь возвращаемся к нашим баранам. Ладно, типа совпадает, и ладно. Это будет у нас со самозутом. Нормально. Как так вышло? Интересно, но не очень. Два, три. Так. Ты что творишь? Да. Двойной клик подсоединяй, а не выпендривайся. Так, тебя сюда. Оп. Пошла жаришка. Жаришка пошла, а нам сюда еще водица нужна. Ну, электричество, но это уже мелочь плюс-минус. Да ты почему не клеишься? Что за ерунда? Ну-ка. Нормально, проходит.
Так. И... Так, стоп. У нас получается по 400 кубов водицы. А кубов водицы мы в трубу можем всунуть только 6. Получается, тогда также делим по 3. Раз, два, три. Закончили расчет. Нет, отбой. Так, и это отдельный блок. Отлично. Что с направляющими тут? Что не так? Почему они так работают через одно место? Тут, тут место вроде нормально. Должно получиться. Ага. Тут у вас тоже надо поделить по 400 кубов, то есть по 3 штуки. Чтобы было чинно. Ну, как-то так, наверное. Да почему направляющие не работают? Ну, кто их сломал? Так. Готово. 400 кубов тут будет? И 400 кубов тут сейчас тоже организуем. Так. Вот таким макаром. Видимо, тут сразу нам придется еще... Ну, как только это закончим... Пристроить еще электричество, потому что, мне кажется, мы сейчас вот то, что тут настроим, мы все электричество, которое у нас будет, практически используем. Ну и, не знаю, сделать это в серии или за серией, проложить магистрали с электричеством до остальных гейзеров и там установить геотермальные электростанции. Так, ладно, это все, конечно, прикольно, но это в будущем. Четыреста кубов воды, это же 3, это 360, то есть 4 штуки нам нужно пристроить, получается. Так, а пристраивать их мы, наверное, будем где-то тут. Вот где-то тут. Либо вот так, либо вот так. Делай так. Потом вот так. А как нам это сделать так, чтобы посимпатичнее было? Так, нам тут... Здесь, видимо, нужно кое-что... Нет, стоп. Нам тут нужно кое-что. Я сказал, кое... А как нам тут кое-что вниз опустить? Да чтоб тебя. Так, ладно. Будем хитростью брать. Хотя надо было, наверное, чуть ниже опустить. Ладно, пофиг. Так, тебя отгрызть. Сюда. Так, сюда. На. Шалость не удалась. Ну ладно. Сейчас мы все-таки шалость сотворим. Так, отгрызть. Тут приделать. Еще раз приделать. И вот тут сотворить такую штуку. Все. Ты лишняя.
Прекрасно. Так, ты тоже тут не нужна. Собственно, что я тут это удумал? А удумал я следующее. По две стороны от этой штуки я хочу разместить экстрактор воды. Одна штука. Так, стоп. Только, наверное, в другую сторону, да? Потому что тут у нас он не поместится. А в эту сторону, ну, блин, 4 должно поместиться. Ну, вот так вот, да. Так. Плохо, что экстракторы воды не, зараза такие, не ставятся. Как нам тебя так закрепить? У нас тут сейчас возникнет кое-какая проблемка. Но мы ее, наверное, сможем решить. Так, давайте начинать отсюда тогда. Так, вот так и на один шаг. Так, раз шаг, два шаг. Предположим. Как мне тебя так сделать, чтобы ты, блин, ровно стала? Ну, наверное, вот так. Плохо, что у нас направляющие нифига не совпадают. Так, если я так сделаю, то он просто сейчас упрется следующим. Хорошо, у нас тут, блин, типа, места дофига. Хотел типа модно сделать, но такое впечатление, что шло бы оно нахрен. Так, а где у нас тут? Да ё-моё. Где я прогрыз себе выход? Не так, как хотелось бы. И 4 сюда мы хрен уместим. Хотя да нет, 4 сюда тупо не влезет. А хотя мы, ну-ка, может, все-таки поместим. Так, ладно, вот эту всю балалайку нахрен убираем, потому что это фигня из-под коня. Ненужная. Так, тебя мы нахрен отгрызем. Тебя тут сейчас просто чуть подвинем. А может, не будем подвигать сейчас... Решим вопрос. Чего? Строить на глубоких водоемах? Ты с ума сошел? А это какой, простите, водоем? Типа не глубокий, что ли? Так, стоп, я тут кое-что вижу. Так, тырим слизня. Внезапно притаился тут дружаня. Так. И... Да, то есть у нас тут все отлично. Так и строим. Теперь главное тут уместить по 4 штуки на сторону. И без лишних затей... Строимся.
Так. 3, 4. Два. 3, 4. Все. Собственно, делаем свое черное дело. Ну, кое-где будет кривовато. Не критично, от слова совсем. Самое главное, что надежно и практично. Угу. Отгрызаем лишнее. И у нас получается, ну тут даже можно было поближе поставить. Ну, как говорится, как получилось. Угу. Практически отлично. Так, я опять выход потерял. Так, сюда, видимо, мы с этой стороны будем подключаться, да? Не, вот с этой. А почему сюда не хочет? А, ну потому что он каким-то раком разворачивает все это дело. За каким-то бесом. Ну-ка, а если отсюда? Не. А если сюда? О. Практически изящно получилось. Ладно, мы кое-что поменяем в конструкции. Кривовато. Спорить не буду. Но выравнивать все это не хочется от слова совсем. Плюс необходимости в этом объективно нет. Так. Ну-ка. Ну, не, ладно, окей, это перебор. Так. Ой, тут сейчас тоже что-то как-то выйдет не ахти. Так, тут мы себя проколупаем в выход. А если отсюда вот так, оно даже не хочет соединяться. В принципе, резонно. Хотя, ну-ка. А если отсюда? Тоже тупо. Отсюда сюда, оно даже не желает работать. Отсюда сюда тоже лютотень. Да блин. Ну и как нам быть? Есть мысли, конечно же.
Ну-ка. Возможно, это решение наших проблем. Возможно, да. Ну-ка. Практически идеально. Ну-ка, если отсюда туда. Да, блин, ты зумровали демоны. Ну-ка. Ну, типа поровнее. Вот тут так вот соединим. И... Ну, правда, 480 на самом деле. Ну, ладно, ничего страшного. Больше не меньше. Так. Ну-ка. Соответственно... Тут как можно подключить модно, стильно, молодежно. Не знаю, насколько это все будет работать. Ну, типа симпатично. Практически идеально. Ну-ка. Автосейв отпусти. Так, так, так. Фиг знает, но мне как... Так, ну вот это нафиг откусим, чтобы оно не смущало народ. Вот так соединим. Но в целом неплохо. Это вообще можно было бы по центру, к примеру, типа поднять. Но неплохо получается. Тут. Так, вот так отвесить, вот так и вот так. Соединить. Тут тоже нафиг отвесить. Соединить. Практически минимум крестовин. И в целом все работает. Тут единственное, что, кстати говоря, отгрызть. Во. Вообще идеально. Так. Отгрызть, 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 соединить, разгрызть, 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 переделать. Все шедеврально. Так, или не электричество, а насос. Один. Ну, тут не приделается, но... Должно получиться в целом. Так, тут где-то электричество у нас обитало. Стащим его сюда. Так, тут у нас 4, 4, 5, 6. Много. Так. Ты сюда. Так. Апгрейд электричества до модного. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел.
И ты четвертый пошел. Пятый пошел. Зелененькая, зелененькая, зелененькая. 480, ну чутка больше, но что делать? Триста кубов воды. Ну, можно типа ограничить. А, пускай пока прокачивает. Так. Ну, хотя тебя вполне хватит, если тебя забрыдить. Так, делаем из тебя модную розетку. И подключаем всякое. Ну, мне кажется, плюс-минус сносно, учитывая, что тут, во-первых, мы вообще раз через раз будем, а то, может быть, и вообще нас тут не будет. Так, то более чем прилично. Ой. Так, законопателем. Выныриваем. Серия получилась чуть нестандартная, на мой взгляд, но зато вполне себе. Так, тут нужно электричество в очередной раз. Приделаем вот тут электричество. Первый, второй, третий. Так. Батарейка есть, отлично. Батарейка есть. Подключам-с. Готово. Что тут, заварили горшочки? Вроде бы да. Угу. Топливо у нас пошло по трубам. Прелестно. Ну-ка, кстати, как у нас тут? Ой, тут вроде оклемалось плюс-минус наша система. В очередной раз немножечко ее переделал, закольцевал, ну да ладно. Блин, 16, у нас тут все меньше и меньше энергии остается. Да. Так, водичка варит, топливо мутится. Прелестно. Теперь давайте тут в остаток этой серии запланируем. Ой, тут у нас, скажем так, наше будущее производство. Так, туда мы сейчас достроим просто до конца. Ну, просто чтобы было. И тут нам нужно минимум залить, получается, вот под этот цех. Я думаю, его нужно просто сделать продолжением в ту сторону. Хотя, с другой стороны, тут два варианта. Либо же сделать это все на две стороны, либо одной длинной колбасой. Вопрос открытый, как лучше. По сути, мне кажется, пофиг. По сути. А по факту, как знать. Ладно, в любом случае нам тут нужно построить... пол, потому что без пола мы тут не придумаем ничего. Так, тут зальем немножко стекляхи. Только надо было стеклях вначале выбрать, а не ерундой страдать. Так, три штучки. Угу. Под одно производство мы придумали. Хорошо. Теперь с какой стороны у нас все будет заходить? Пластик, конечно же, ну, наверное, с этой стороны у нас будет всякое, а с той стороны не всякое. Ну, то есть с этой стороны у нас будет заходить топливо и пластик. И, наверное, нужно как-то попробовать его приделать, да, в линию.
Ну, тут, наверное, нужно оставить, да, зазор. Пригодится. И нам нужно туда 13 заводов. Вопрос, влезут ли. Да, 13 заводов тут без лишних вопросов влезут. И, кстати, если мы бы строили вот эти тут штуки, они бы не влезли. Парам-парам-пам. 13 заводов. А тут я вмещу на одну клеточку, интересно мне знать. Но по идее поместится. Ну-ка, давайте проэкспериментируем на одном. 12 заводов, и что мы тут приделаем? Кстати, любопытство в том заключается, что тут у нас будет производство резины. Потому что тут у нас производство пластика. Как это бы странно не звучало, потому что нам нужно будет сюда загнать пластик. А где-то там у нас уже будет производство пластика. Потому что там резина, да. Вот такое вот колдовство. Так, что я хотел? Ах, да. Логистика. Разветвитель. Так, смарт. Функционируй. Так, уф, ты что творишь, друг? Ты мой любезный. Да, блин, ладно. Да ё-моё. Ладно, ничего страшного, тут несколько штучек отгрызу. Так, кристаллина. Да. Идеально это сюда влезет. Прекрасно. Единственное, что вот один уничтожитель тут придется оставить, потому что здесь у нас останется 33 там что-то 0,33% пластика, который нам особо деть будет некуда. Ну да ладно, это мелочи. Так, и 12 заводов. Шарах. Так, тут переработанная резина. Здесь мы логистику включаем, конвейерный разветвитель. Придется сейчас потом кое-что уничтожить лишнее. На 12 штук. Да, магия. Уничтожить. И тебя отгрызть. Так, давайте сохранимся, чтобы тут потом два раза не переделывать. Готово. И теперь осталось... Ну как осталось? Подключить трубы. У меня такое странное впечатление, что нам даже энергии вот на нашу эту задумку не хватит. Есть такое подозрение. Она кончится раньше. Так, рецепт разбросился прекрасно. Потихонечку мы это все дело сейчас. Как жаль, что смарт не умеет так вот трубы, я уже говорил, подключать. Было бы шедеврально, если бы смарт вот так умел еще трубы автоматом подключать. Время бы еще больше экономило бы. Но, как бы, мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Ой, мисклик. Еще чуть-чуть, еще немножко. И потом еще один такой же завод. Но что-то не подсказывает, что еще один завод мы будем делать отдельной серией. Пока что нам надо запустить тут резину, чтобы она у нас тут работала.
Так, стоп. Уф, готово. Хорошо. Тут мы куда-нибудь в серединку сейчас воткнем наше топливо. Ну, кстати говоря, хотя можно было бы и тут, типа. Как лучше, так или так? Вопрос открытый. Фиг знает. Ну, тут, типа, по-моему, чуть больше посередине, чем там. Я такое себе. Все, топливо понеслось по трубам. Отлично. Так, с той стороны нам нужно сделать соединитель. Соединитель в эту... Парить, не падать. Соединитель в эту сторону или в ту? По большому счету, вот от тех можно будет конвейеров избавиться и вытянуть их прямо сюда. Мне эта идея в целом нравится. Хотя я помню, что-то я зачем-то хотел в эту сторону сместить. Вопрос нафига, не помню. Но сейчас мы в ту сторону это все дело придумаем. Соединитель. Так, количество 13 штук. Нормально. Бабах. Работает. И нам нужно электричество подворовать. Так. А, ну прежде чем сюда электричество подворовать, нам нужно сюда подворовать пластика. Так, на базе нам... Пластика же. Пластика нам там на базе пока не сверх прям так нужен. Поэтому, я думаю, мы переживем. Так, отгрызть. Не то. Производство. Так, что я ищу? Да. Поменять просто панельку надо. Ну, наверное, да, так. Ну, как-то так, мне кажется. Он как раз пролезет под этой ножкой. Вроде ровно. Вроде было ровно, но как-то криво получилось. Так, наверное, будет ровно. Ну-ка. Да, так симпатичнее. Все, пластик понесся. Колбаской по малой спаской. Теперь нам тут нужно придумать электричество. Так, 5, 6, 7, 8, 1 на развод. Ставим где-нибудь тут. Так, и погнали дальше. Подключать электричество к очистным заводам. Новая резинка пошла по трубам. Готово. Так, то есть у нас вот здесь будет пропускной такой пункт с резиной. Ну, наверное, здесь поверх пропустим, мне кажется. Так, ну пластик, я думаю, сейчас наберется. Ну-ка еще раз. 30 умножить на 13. 390, да. Там 10 пластик еще в запасе должно быть. Он пока сейчас все эти заводы наберет. Какое-то время пройдет. Так, резина. Батар...
Ой, я кто? Я молодец. Хотя... на мана. Зато компактно. На мана, на мана. Бывает, пойдет. Пойдет. Главное, чтобы заказчику нравилось. А я тут как бы и строитель, и заказчик в одном лице. Где-то захихикал, блин. По-сатанистски. Один строитель. И заказчик, который со строителем всю голову себе сломал. Так. Ой, мисс Крик. Угу. И прям практически идеально. Тут сейчас у нас вот эта штука сюда приклеится. Можно сказать, что прям тютельку в тютельку. Все, здорово. Резина у нас улетела туда. Так, эту резину можно ликвидировать. Потому что у нас тут есть новое. Угу, отлично. Только надо будет там организовать ее уничтожение. Чтоб все было тип-топ. Так, а электричества у нас тут нет. Ну ладно, пешочком. Так, сейчас там сразу, наверное, придумаем уничтожитель. Всего сущего. Так, автосейв. Да ё-моё. Не безобразие. Безобразник. Автосейв. Угу. Так, этот хвостик оставим, чтобы просто понимать, где у меня тут, откуда что выходит. Хотя, по сути, пофиг. Да. По сути, пофиг. Ну, пластик я не сгрызаю, потому что, как бы, он там на заводе зачем-то нужен. Хотя он вообще не используется, от слова совсем. Окей. Так, нам нужно придумать уничтожитель. Под финалочку серии. Он, кстати, вот тут прекрасно станет. Да? Да. Тут единственное, что нужно будет оставить проем под... Ну, это сейчас мы сделаем, не проблема. Проем под трубу с топливом. Ну, мы просто вот с этой стороны поставим максимально близко наш уничтожитель. Например, вот так. А здесь труба вообще без проблем пролезет. Так, отгрызть логистиком. Конвейерный разветвитель. Нет, нам нужен умный разветвитель. Только вот, вот так он нам нужен, а не как попало. Так, ты сюда. Ай, не так. Давай правильно вставляй. Вот так, ты сюда. Так, центральный что угодно, но он и так что угодно. Правый переизбыток, левый переизбыток. И, ну, отсюда накинем. Что у нас по электричеству? А, 16654. Ну, слушайте, даже влезем в наше потребление. Нормально. Все, у нас понеслась 700, ну почти 700 сейчас тут. Где у нас тут пластик уже заполнил? Нет, тут еще не заполнил, а тут? А тут? А тут? А тут? Да, вот здесь он уже заполнился. Ну сейчас постепенно просто все заводы заполнят. И все наладится. Ну плюс-минус.
Так, ну у нас тут 20 заводов, 400 пластика. Слушайте, должно все работать. Как бы, что может пойти не так? Умножить на 30. Не, все совпадает. Нормально. Ну что ж, дорогие друзья, я вам скажу на этом моменте до свидания. Тот завод мы достроим в следующей серии. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.